Здравствуйте, меня зовут Анна, я представляю компанию К2. Мы более 15 лет занимаемся упаковкой и переплетом. Делаем сувенирные подарочные коробочки из картона, из кожи, из полиакрона, из замши, из бумаги. Я бы хотела вам показать наше нововведение в этом году. Например, коробка «Ромашка», которую очень любят наши заказчики. Коробка под один предмет, например, под ежедневник. Раскладывается в плоскость, собирается, держится на магнитах. Также замечательным подарком на Новый год может служить такой набор. Шкатулка из полиакрона с полноцветной печатью для шампанского, фужеров и конфет. В этом году мы стали заниматься производством упаковки из фанеры. В ряде конструкций придумали вот такую. Отлично подходящую для круглых вещей. В том числе она может быть выполнена любой формы, с любым дизайном, с любым нанесением. Хочу вам показать новый способ печати для нас. Новый способ обработки материалов – это плоттерная резка плакированных поверхностей. Коробка может быть выполнена в любом формате, в любом объеме. За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к нам по телефону или на наш сайт. Спасибо, до свидания.